В хоккей играют настоящие мужчины. Члены правительства и сотрудники столичной администрации вновь встретились на льду. За спортивными баталиями понаблюдал Дмитрий Ковалев. Команды чувашского правительства и администрации города на льду встречаются часто. Очередная игра завершила зимний сезон. С первой секунды хоккейного матча ледовые дружины пошли в атаку. Уступать не желал никто. Высокопоставленные хоккеисты признаются, что по своему накалу эта игра отличалась ото всех. Товарищеская встреча завершилась со счетом 1-0 в пользу администрации Чебоксара. Очередной хоккейный матч намечен уже на март. Бывает поражение, бывают победы, но самое главное есть куда и к чему стремиться. Дух победителя у команды кабинета министров был и есть. И я рассчитываю на всех членов правительства, что будут улучшать свои профессиональные качества. И мы будем забивать и побеждать, где-то и проигрывать. Это игра. Зато получили очень много положительных эмоций. В обоих командах немало игроков со стажем. Многие увлекаются хоккеем с юных лет. Мы занимаемся всеми видами спорта. Особенно, конечно, предпочитаем и любим хоккей. Потому что сам занимался с ним в детстве. Я 6 лет на коньках стою. Поэтому тут как еще объяснить? Люблю этот вид спорта. Понаблюдать за товарищеским матчем приехала и заместитель министра спорта страны. Марина Томилова отметила, что далеко не в каждом регионе члены правительства подают пример жителям и сами встают на коньки. Если руководители показывают своим примером, как надо дружить со спортом, и спорт помогает более эффективно выполнять свои государственные задачи, то, конечно, я думаю, что от этого и динамика есть систематически занимающихся в спорте. Судя по тем показателям, которые мы видим в государственной программе, развития физической культуры и спорта, Чувашская республика имеет постоянную динамику. И не случайно поэтому Министерство спорта доверяет проведение крупных федеральных спортивных событий. Что касается крупных спортивных событий, то уже в сентябре столица республики примет всероссийскую спартакиаду трудящихся. Дмитрий Ковалев, Дина Кустова и Игорь Зверев. Республика.